Сегодня в регионе подвели итоги третьего регионального чемпионата WorldSkills Russia. В течение 3 дней молодые профессионалы соревновались в 5 компетенциях. Электромонтаж, ветеринария, физкультура, спорт и фитнес, предпринимательство и поварское дело. На одной из площадок побывала наша съемочная группа. В одной из аудиторий Ненецкого аграрно-экономического техникума в прямом смысле слова кипит работа. Студенты-старшекурсники 2 учебных заведений готовят конкурсное задание. За 3 дня чемпионата каждый из конкурсантов, а их всего 8, должен приготовить по 6 блюд. Задание до последнего держится в секрете. Оно спускается с национального чемпионата, плюс оно упрощается до уровня регионального чемпионата. Единственное, что у нас за 2 дня, так называемый C-2 это день называется, у нас путем слепого жребия определяется обязательный ингредиент в некоторых модулях. В этом году у нас был чернослив, обязательный ингредиент в рулете курином. И второй ингредиент у нас был творожный сорт. Списать и тем более посмотреть за работой соперников здесь не получится. Впрочем, все конкурсанты – ребята серьезные, работу свою знают. Знают ее и эксперты, которые оценивают правильность выполнения заданий. У нас на площадке находится 8 экспертов, и плюс 3 эксперта у нас еще находятся в слепой дегустации. Всего у нас на площадке 11 человек. Отмечу, что обустройство нового центра компетенции «Поварское дело», открытого в рамках развития движения «Молодые профессионалы», завершилось как раз к региональному чемпионату. Эта площадка соответствует всем международным стандартам движения WorldSkills Russia. Проект реализован при поддержке администрации НАО в рамках социально-экономического сотрудничества с недропользователями. Есть единые требования, это инфраструктурный лист, где есть определенное оборудование, да, в нем значится. А в вашем регионе проблема с доставкой, то есть это как бы вдвойне похвала региону, что регион оборудовал. Это одна из самых дорогих компетенций. Данная площадка дает в полной мере проявить мастерство и оценить это мастерство, что немаловажно. В этом году участие в региональном чемпионате молодых профессионалов принимают порядка 50 студентов и учеников старших классов школ. Наибольшее количество участников в этом году зарегистрировано в компетенции предпринимательства. Всего к проведению третьего регионального чемпионата WorldSkills привлечены 50 экспертов. Помощь в организации чемпионата оказывают 50 волонтеров. Ирина Никишина, Леонид Шишилов, телеканал «Север».